30 и 31 августа состоится общий городской субботник. О своем желании участвовать в нем заявили работники предприятий и учреждений, представители общественных объединений. За каждым коллективом закреплены территории для уборки. Ежегодно на призыв выйти и сделать город чище откликаются около 3000 муравленковцев. А собственники многоквартирных домов могут навести порядок и в своем дворе, объединившись с соседями. Все, что требуется от горожан, это активность. Если есть инициатива у жителей многоквартирных домов, они также могут организовать у себя во дворе субботник. С этим вопросом им необходимо обратиться в управляющую компанию. И вот тогда управляющая компания им, конечно, окажет помощь там, в выделении инвентаря. Это и грабли, и веники, и лопаты, мешки для мусора.